Однако, здравствуйте, с вами Камиль, мы продолжаем прохождение Prey Moon Crash. Собственно, что мы должны сделать? Мы должны открыть всех аватаров, должны выполнить все задания Касмы, а дальше уже будет видно, что будем делать. Я думаю, что нам нужно первоначально, вот приоритетно, нам нужно открыть персональные задачи для всех. Чтобы персональную задачу для аватара директора открыть, нужно загрузить копию личности у оператора. Ага, ага, я это почти сделал, но благополучно откатился от боевого оператора. Да, я помню, было дело. И здесь нужно через подпространственный портал. Чтобы подпространственный портал открыть, нужно его починить сначала. То есть сначала, думаю, начнем. У нас же первая, да, итерация симуляции. Персональная задача есть. Давайте возьму инженера. Мы как раз по лаборатории Пифей по персональному зданию пойдем. Так что, почему бы нет. Починим там портал для нашего добровольца и на нем и свалим через него потом. Так, что будем брать с собой? Я думаю, конечно, возьмем пару пистолетов. Бесконечное количество патронов. Вот, сколько хотел взять? 360 хотя бы. Давайте еще больше возьмем. Вот так вот, да-да. И давайте еще один пистолет. А почему у нас снаряжение такое маленькое? Мы ведь вроде прокачивали его, нет? Ну ладно, проверим, проверим еще. Далее, что я еще хотел? Так, нейромоды нет смысла брать пока мест, я думаю. Психоскоп давайте возьмем. Будем читая сразу все, сканировать, что увидим. Навигационный модуль не будем брать. Блин, может нейромод все-таки взять? А нет, у меня снаряжение точно прокачано нормальное. Так, далее. Так, микроманер, естественно. Атракс. А, привод. Привод можем купить? Снаряга. А, вот она, да. Подождите, это же первая симуляция, первая итерация, значит, у нас будет привод там лежать. Все нормально, тогда его не надо покупать. Так, полищит. Давайте полищит возьмем. О, 8 ячеек, мы же прокачались прям в ноль. Так, уплотнитель. О, где-то здесь нужно против Эми у нас был. Вот оно, кайф. Агрессии. Не. Не знаю, честно говоря, такой себе. Ну, я думаю, все, погнали. Готовы? Покатили. Запустить симуляцию Луны Бан. Так, сейчас мы, наверное, мы сразу потопим лабораторию Пифей. А, сначала в центр, в центральный этот отсек сбегаем, то есть в центр управления, проверим там вообще, что с воздухом и с всем остальным. Потом побежим в Пифей, выполним там личную задачу. А, я... Мне надо было все-таки взять с собой нейромоды. Я же, кажется, не прокачивал себе ремонт на троечку. А, ладно. А еще я не посмотрел, как нам открыть пятого аватара. Я забыл. Ох. Вечером моя голова не работает. Ну что ж, ладно. Это не страшно, я думаю. Так, ну ключ оставим для... на будущее, так сказать. Тут даже два ключа. А точнее, один ключ, видимо, который... Он и лежит, да? Перебрал он. Так, ну чё, топим? А, Адрекса уже нет, да, точно. Все нормально. Так, здесь у нас пацан мертвый лежит. Мы сейчас коробочку быстренько проверим. О, и нейромод сразу. Кстати, давайте-ка посмотрим, что у нас по нейромодам и ремонт. А, ремонт нам нужно 7 нейромодов. О, это серьезно, ребята, это серьезно. Придется попотеть, знаете ли. Я не знаю, успеем ли мы это сделать за... Как бы текущую итерацию. За наш забег за инженера, чтобы потом починить подпространственный портал. Взломать мы его тоже не можем, потому что для него нужен навык хакера. А навык хакера есть только у пятого аватара, который у нас сейчас закрыт. Я не помню, чью персональную задачу нужно выполнить, чтобы его открыть. Еще 3 нейромода. Так, ладно, беру свои слова назад. Возможно, все будет окей. Берем наш пистолет с 700 патронами. Весьма неплохо, я считаю, весьма неплохо, да. Так, а, давайте еще наверх запрыгнем. Я же вроде как не запрыгивал, да? Так, вот, о, птичка. Спасибо. Так. Чувак! Я почти долетел от тебя. Почему ты не хотел просто взять и... поймать меня? О, странно, что я это тоже не взял. Огромный инвентарь, это добро, господа. Долетим? Не долетим, ладно, плевать, поехали. Тут Атракс. Следующим аватаром проверим. Так, взяли, транскрипт взяли. Дробовик улучшенного качества, нойс.
Так, а давайте-ка мы сразу поставим по правильным цифрам. Четверочка это сюда, вот троечка, вторечка это пистолеты. Нормально. Так, технически мы можем акулу пытаться развалить прямо сейчас. Ой. Иван Кирилович, телефон, ну да, я в курсе. Спасибо, блин. Вот. Блин, акула. Крокудая, да? Ой, она заметила, это печально. И мы не виджай, чтобы класть ее просто гигантским уроном. Еще она как в спину прилетит. О-о-о! Кладовка в кратере. Нойс. А где эта кладовка? А я знаю где. Она с стороны лаборатории Пифея вроде как. Так, гнездо. Гнездо минус. Так. А наши задачи что сейчас? Нам заново нужно, да, все делать? Да, нам все заново нужно делать. Ладно. Давайте зачищать спальное крыло. А. Прежде чем зачищать спальное крыло, я хотел забежать в центр управления и проверить, что у нас там. Лунакула. И за лесом. Мы тебя убьем, когда найдем кей-лучемет. А мы его найдем. Мы тебя переиграем и уничтожим. Вот так. А здесь у нас должны быть цистоиды по логике. Кстати говоря, а давайте-ка выберем нашу турелечку. Ну да, ну да. А, да это патрон выбрать. Это же не критично. Патронов-то дофига. А очки симуляции это... Ну, отбиваем тут. Да. Так вот, так вот. Так вот, и вот так вот. Вместе с модулем все вообще хорошо. Так, здравствуйте. Давай, давай. Ой, я помню, там огнеопасное что-то. Там кислородный шланг или что-то было, что горело. Свидание. Так, здесь у нас что? Пистолет, патроны берем. Еще одну гнездовку оставим для будущего прохождения. Дробовик легендарный. Аккумуляторы, батарея, шлагбаумы. Так, сотрудники нам... Кого надо найти, не помните? Брайан Чанкерс. Я просто помню, что это вроде бы был он. Так, а что у нас? Инвентарь у нас же большой? Да, большой инвентарь, нойс. Урон, правда, не очень, но мы это для Виджая оставим, и все будет хорошо. Виджая это будет то, что нужно. Так, все работает нормально, давайте здесь оставим какие-нибудь ящики. Управляющий модуль. Я считаю. И вообще желательно все складировать здесь, наверху. То есть это же логично, а здесь безопасно относительно, и сюда можно добраться. С другой стороны, лунная акула. Да. Ну да фиг с ним. Так, хорошо. Контейнеры. А это у нас, говорит, контейнерная перевозка. Так. Смотрим турельку. Because we can. Исследование завершено. Ну, читать не вижу смысла, потому что мы все это читали в Prey. Помните? Так, вот так вот. Все утилизируем. А, кстати, некоторые тоже хотел утилизировать. Нафиг они не нужны. Я же нифига не псионик. Да. Утилизируйся. И какой-нибудь ящик, вот, допустим, в этот мы сейчас все сложим. Лишний. Вот, лишний дробовик сложим. Это на четверочку бы хорошо. Заряды кей-лучемета мы оставим, потому что нам нужен кей-лучемет сам. Шокер не нужен. Ну так, все. Вроде нормально. Оп-оп-оп-оп-оп. Экзотической материи маловат, поэтому нам нет смысла. Из нее что-либо делать. Так, кто нас не сказать, что в этой пифей. Ну, пойдемте по зданию. Как надо. Оп. Кстати, а мы обнали-то здесь ящики или нет? Ощущение, что где-то здесь гнездо. Внизу. Я хочу его убить. Нет, его здесь нет. Нет! Там что? Завершено. Щупальцы. Ай, милая, 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 не надо! Вот это мы, вот это там попали. Акула лесом. Понял, 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 понял. Пора воевать. А, мы не можем слишком быстро двигаться. О, черт. Где акула?
Так, гнездо минус. А что случилось с акулой? Почему акула сдохла? Как это получилось? Так, окей. У нас что-то есть. Кажется, коагулирующий киль у меня тоже был, нет? Не помню. Так, нам нельзя шифтить, сколько я помню. Нам нельзя шифтить. Чё? Почему? А-а-а, ещё одно гнездо. Нельзя шифтить, нельзя прыгать. Сохни, пожалуйста. Не сдохла? Зря. Не обнаружено. Напишите, пожалуйста, что случилось с акулой? Я просто в нее пальнул пару раз, а потом раз, два, три, она... Стоп. О-о-о-о. Класс. И она сдохла. А у нас здесь пробой. И гипс-пушки у нас нет. Япона, мать. А мы здесь все пройдем? Так, ладно. Мы можем тратить аптечки, это не страшно. Но нам бы найти медоператора. Это однозначно нам поможет. По крайней мере, нужно справиться с кровотечением. Да, все не слава богу. А где я хотел посмотреть? Я не посмотрел на терминале охраны. Вот, параметры, что у нас. Со средой. Огонь, воздух, радиация. Ну что ж, ладно. Будем надеяться, мы выживем. Мы должны. Предлагаю, кстати, использовать темпоральный период прям сразу. Оп, портезонов минус. А вот и гипс-пушка. Найс. Ее на двоечку, это на четверочку, это на пятерочку. Так, и здесь у нас что? Спиралька. В принципе, мне кажется, мы уже можем начать делать нейромоды, блин. Только он меня бьет. Ишь. Какой наглый попался. Сволочь. Плотнитель структуры. Он что делает? Вроде как... максимальная прочность. Ну, класс. Ставим. Нас нейромодов можно пихать. Ей-богу, прям кучу. Блин, а как мы туда попасть могли? Через... Да, сзади там люк был. Точно. Помню. Реактивация гермозамка. Три. Две. Наверное, не стоит стоять возле гермозамка, когда он закрывается. Что-то мне подсказывает. Не успел отсканировать, к сожалению. Ой, шатанулся, извиняюсь. Так, оп. Пригодится. Да! Целая куча электромимиков. Больно. Очень больно. Сразу под два стула замаскировались. Фишки хитрые. Хорошо, что у нас есть крутой дробовик. Так, основной ключ обычного качества. Но, честно говоря, нафиг не нужен. А, мы его утилизируем. Помните, как нам не хватало всякого разного? Органики. Теперь будет хватать. Блин, в этот раз у него нет крутого килочемета. Обидно. Обидно, слушай. Слушай, обидно прям, реально обидно. Так, это взяли, возьмем. Здесь кто-то есть. Я его чую носом. Так, Райли у нас, ну, естественно, нет доступа, потому что... Да. Слать мы тоже не можем. Нет пропуска. А за Виджай, кстати, в бараке охраны пытаться зайти. Так, на проблемы костюма. Кофе. Части. Класс. О, да. Проверим. Не забудьте удостовериться, что на всех комбайнах установлены модули. А давайте починим. Мы же можем. Пацаны, есть кто живой? Нейромоды есть? Есть, найду. Так, еще инъектор. Инъектор, это все хорошо. Пистолет легендарного качества. Это шикарно, считай. Ну-ка. Один с урона всего, но полностью прокачанный. Начинаю. В любом случае выглядит... средний. Так, жилой мод для ученых. Привет, Сталса. Привет, Хейли.
Даллас просто крутой. Он словно огромный круизный лайнер в космосе. Гораздо больше местного спального крыла и такой роскошный. Здесь куча людей, я постоянно вижу новые лица. Здесь есть кинотеатры и рестораны мирового уровня. Единственная проблема — все такие беспечные. Все время сдерживаюсь, чтобы этим не воспользоваться. Ладно, мне пора. Я записан на процедуру под названием «Апторегрессивная нейротомия». Ха, кому-то удалять нейромоды и кто-то потеряет память. Кто-то потеряет память? Да. Звучит жутко, но врач сказал, что это стандартная операция для вновь прибывших. Я скучаю по тебе и по моей старой команде. Пожалуйста, передай им, что я часто думаю о них и постараюсь как-нибудь заскочить в гости. Береги себя. Джоэл. Что ж, классно. Подожди, а кому это? Хейли Сандерс. Мы Хейли Сандерс находили, не находили? Мне кажется, на Пифе не так много людей выжило в сумме. Так, здесь... Ну, стой, не можем попасть на скрип пропуска. Там кто-то есть, более того. Спасибо. Ой, больно. Ох, ну что с собой делать-то? Две темпоральные петли. Чертеж аккумуляторов для кей-лучемета. Кайф. Я считаю, это победа. Давайте утилизируем все, что можно утилизировать. Будем делать себе нейромоды. Так. Ну тебя мы утилизировать, естественно, не будем. Ты слишком крутой. Так. Утилизировать. Два нейромода смогу сделать. Ставить. О, класс, пригодится. Напоминаю, что для отлета на шаттле необходима регистрация службы безопасности. Так, давайте смотрим еще насчет этого. А также документы, подписанные отделом кадров и вашим непосредственным начальством. Что нам может помочь от кровотечения? Ну-ка. Во, заем. О, все, найс. Теперь нужно делать нейромоды. Мне кажется, аж два нейромода можно сделать. Останется еще один, и мы сможем... Пластика не хватает, серьезно? А что под пластик? О, шикарно. Вот и пластик. Так, у нас нейромодов не хватает? Нет, одного не хватает еще. Ну ладно, ладно. Я это запомню. Так, все, не отвлекаемся. Спрашивается... Шикарно. Легендарный разводной ключ. Больше легендарных разводных ключей, богу разводных ключей. Легендарных разводных ключей, разумеется. В прошлый раз такой ключ меня убил, знаете ли. Так, давайте починим тоже. Мы же можем. Ну где гребаные мимики? Реактивация гермозамка. 3, 2. Наверх, к воспоминаниям. Проверим заодно наличие шаттла. Летело миг. Сканируем. Ну, чувак. Отлично. Так где он, блин? Куда прыгнул, блин? Ниндзя. Спайдермен, чертов. Так, идем наверх, у нас мало времени. Но я думаю, надо активно использовать темпоральные петли. Раз мы можем. Улучшим дробовик. О, блин, где? Есть мимики? Мимиков нет. А что за записка? Вот тебе совет, Кейси. Вчера я застрял с другой стороны ворот. Фантом мне чуть жопу не откусил, прежде чем я догадался долбануть током подачку тифонных ворот. Наверное, об этом нужно сказать инженерам, но ведь, так... но ведь тогда они это исправят. Да, раздрай у вас здесь был тот еще. Хотя записка, которая говорит про тифонов. Это, кажется, тот самый разной ключ. Нейтрализует пси-способности цели. Да-да-да, это он нас убил в прошлый раз. Ёк-макарёк, ты... Понятно. А ты тоже обычный. Ясно. Вы не представляете научной ценности, господа. Мы вас просто уничтожаем. Оп, еще один. Понимаете, вот проблема у вас, чуваки. Очень тонкие. А я, вы первого уровня. Буквально. Ну, шопошники. Те еще, ей-богу, иди сюда. Уй. Ну, как нехорошо вам будет сейчас. Ой, нехорошо будет. А? Кабинет открыт? Что? Ты думал, ты от меня скроешься? Фига. Я здесь?
Реактиватор. Чертеж нейромода. А что за реактиватор? Ну, пусть будет. Энергию мы все равно не тратим. Смотрим, фрагмент воспоминаний. Так, Брайан Чанг, да? Скрипт нашли. Скрипт слушаем. Так, записка. Вот нейромоды. Записка. No harm. Не навреди. Обязан это все сделать, потому что перезарядилась же. О, перезагрузилась симуляция. Так, ага. Что будет найти Брайан Чанга? А я уже его отметил, да ведь? Я же его отметил. Я уже его отметил. На проверь. Ну я снова разыщу, конечно. Давайте быстренько сбегаем туда. И вообще, на этом я буду предлагать заканчивать на сегодня. Такая коротенькая. Коротенький забег. Продолжим, я думаю, в следующей серии. Так, а здесь что мы можем взять? Да откуда здесь столько добра? Ну просто масса всего и хорошего, интересного. Это же неправильно. Так не должно быть. Нас просто кормят всякими хорошими штуками. Так, Брайан Чанг, Moonworks. Все. А я его находил, что? Да-да-да, все. Давайте на этом заканчивать. Продолжим в следующей серии. Будем искать Брайана Чанга. Добьем все-таки здание инженера и... Кендарный разводной ключ? Да вы издеваетесь. Я постараюсь не подыхать, так как это случилось в прошлый раз. Так что да. До скорой встречи. Всем спасибо за просмотр. Удачи и пока.